Медикаментозный ринит – это ринит, который развился на фоне длительного приема сосудосуживающих капель. Сосудосуживающие капли – это препарат экстренной помощи, по сути дела, при простудных заболеваниях. Мы можем применять их 3, 5, максимум 7 дней. Это не лечебное средство как таковое. От чего человек садится на капли? От того, что есть какие-то проблемы в носу, которые он не может решить. Это либо аллергическая реакция, либо искривление носовой перегородки. Если в носу есть гребень, и он постоянно травмирует носовую раковину, постоянно ее задевает, нарушая тем самым нормальную ее работу, и человек, капая сосудосуживающий препарат, немножечко уменьшает отек раковины, ему становится легче. Но потихоньку у него разовьется гипертрофический ринит, то есть разрастется слизистая нижняя носовой раковины, нарушая носовое дыхание. В этом есть опасность капель. То есть кроме вот таких вот нарушений автоматизма работы, они приводят к гипертрофии, к разрастанию слизистой и к механическому затруднению носового дыхания. Включается порочный круг, который самостоятельно уже прервать невозможно.